Эйвор здесь. Теперь-то мы все уладим. У вас что-то случилось? Этот старый пень не желает чествовать Астару. Так ведь равноденствие. Граница между мирами станет опасно тонкой. Нужно готовиться. Почему нет? Готовьтесь к равноденствию и чествуйте Астару. Я вижу, вы уже начали все украшать. Конечно. Как же иначе? Мы устроим новые состязания, еще непременно повторим кое-что из Йольских. Весь этот шум и беготня привлекут духов. Я помогу тебе защитить поселение, Алис. Хорошо. Приходи, как стемнеет. Про охоту за яйцами пусть он расскажет, и учти, это не я придумал. Так. У нас хлопот полон рот. Норвиду нужна твоя помощь с украшением. А Майду надо немножко подбодрить. Она не очень-то хотела быть королевой Майя. А что за охота за яйцами? Ха-ха, там все готово. Приходи ко мне, когда захочешь начать охоту.
Тейлор из клана Ворона. Только Одина послужит нам. Я смогла раскрыть тайну Ока Одина. И в чем же она? На него не надо смотреть. Его надо слушать. Оно споет тебе, брат Ока. Споет песни о сокровищах. Не понимаю. Возьми его, ступай на берег Восточной Англии. А потом следуй за песней. Ты поймешь. Значит, я буду слушать Ока ушами. Ты верно шутишь. Никаких шуток. Ступай же, и все увидишь. Нужно быть осторожнее. Сюнин, разведай местность.
Что это? Око Одина что-то обнаружило. Скажи, что там впереди.
Как мило. Спасибо. Покажи мне. Песня Хильдеран. Чем ближе я к цели, тем она громче. Гляжу, ты простую дверь открыть не можешь. Твой камень говорит, будто внутри что-то есть. Но дверь не поддается. У тебя сохранился амулет Фрейи? Как-то уж слишком много побрякушек. Фрейю обмануть нетрудно. Но до Одина тебе далеко. Хочешь сказать, нужно продолжить обучение? Тебя ждут новые святилища Хукхейма. И заглядывай ко мне. У меня найдутся еще дары. А око оставь себе. Поищи другие игрушки богов.